Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру USDT MS.REC. Я заливала по этому майнеру видео своего пригласителя. Мой пригласитель иностранец. Ну и, соответственно, видео на иностранном языке. Вот решила я записать видео и сделать очередную проверку на вывод. Показать вам, что майнер платит. Ну и объяснить как бы по-русски, да, на русском языке, что да как. Значит, ну по регистрации здесь выбираем код страны. Прописываем мобильный телефон или цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль. Повтор пароля у меня один и тот же прошел. Здесь будет инвайт-код пригласителя стоять. Прописываем WhatsApp. Ну, вот, типа я тоже цифры вот эти вписала сюда. Ну и Telegram. Нажимаем зарегистрироваться. Код под циферком и паролю. Ну, здесь вот постоянно высвечивается такая вот поддержка, если кликнуть, можно как бы написать. О, господи, как ее закрыть вот так. Значит, здесь дается бонус. Бонус я не помню уже сколько дает. Ну, типа это вычислительная мощность, она роли здесь не играет. Это можно здесь все прочитать. Здесь глобальные партнеры. Трейдинг. Здесь от депозита плачу 3%. И я вот ежедневно захожу, забираю монетки вот эти. И что здесь? Минимальный депозит здесь от $5. То есть от 5 USDT. Здесь обмен. Здесь находится реферальная ссылочка вот внизу меню. И есть, да, также здесь. Сейчас я вам покажу. Вот. Кликайте. Ссылочка как бы скопирована. Можно копировать. И кабинет. Я депонировала сюда $6. То есть 6 USDT. Тут курс идет USDT 1 к 1. Сейчас зайдем в кошелек. Вот USDT. Это не то. Вот я депонировала $6. То есть 6 монет. И первые 3 раза по 3% это 18 центов. 1, 2, 3. Дают сразу вывести. Потом идет накопительно. И накопительно это вывод уже идет от $1. Вот у меня уже есть $1, поэтому я и пишу видео, чтобы показать вам вывод. Значит, здесь у нас также вот 3 точечки. Меню. Домашняя страничка. VIP Level. Тоже что и здесь. Значит, вот от 5 USDT до 4999 от 3% каждый день. Далее. Рыбшары. Это у нас что? Депозит. Минимум. Вот я депонировала. Здесь отобразится 6 монет. Здесь копируем адрес. И также USDT. Вот. Цент. И пополняем. Здесь вкладочка вывод. По выводу. Значит, кликаю вывод. Можно кликать вот где 3 точечки. У меня на балансе 1.26.
одна монета. Ну, если один к одному, доллар 26 центов. Значит, далее что я делаю? Не сюда пока выводить, а вот на синюю вкладочку. Видите? Я кликаю на синюю вкладочку. Нужно перевести монеты свои. Вот 18 центов мне сегодня начислили. Я их еще не перечисляла на баланс для вывода. Потому как, когда, ну, если вы пополните, да, у вас будет на балансе по нулям. Вот здесь вывод. Сумма. Вот здесь будет у вас по нулям. А монеты на балансе поступили. И чтобы они поступили вот сюда на баланс, их нужно вот сюда на синюю вкладочку перевести на баланс вывода. Я кликаю. Вот самое последнее видим, да? Вот сюда кликаю. Все. Видите, монетки списались по нулям. И они у меня перешли на баланс вывода. У меня стало теперь 1.44. Нужно будет первый раз прописать адрес. Адрес я прописывала. Так. Где здесь я адрес брала? Сейчас посмотрим. Да. Вот сюда и вот здесь я копировала адрес. Ну, в принципе, он один и тот же. Но, тем не менее, да? Так как это у меня TronLink. И теперь я... Сюда нужно вставить пароль. И кликаю уже на желтую вкладочку «Вывод». Все, мои монетки вывелись. Теперь должно немного пройти времени, чтобы монетки поступили на баланс. У меня монет на балансе. Сейчас покажу сколько. 0.54. Видим, да? Вот они, мои монеты. USDT. Далее по вкладочкам у нас что идет? Так. Есть Telegram, можно присоединиться. WhatsApp. Трейдинг я вам показала. Далее. Моя команда. Здесь будут отображаться партнеры. Здесь новости. Как бы это все можно почитать. Так, также шер. Это реферальная ссылочка. Вопросы-ответы. Также можно это перевести. Я уже зачитывать не буду. Захотите, сами вот, почитайте. Так. Далее что? Это что это у нас такое? Ну, а здесь компании, как бы, это все тоже можно прочесть. Так. И вклад работает год. 300 сколько там дней? Вот, вот мой баланс. Что я депонировала. Монетки еще не пришли. Вот. Поставлю на паузу. Дождусь, как, когда монетки поступят. И после продолжу. Монетки поступают, ну, минут 5 где-нибудь. Так примерно. Монетки поступили на кошелек. Было сколько у меня? 54, стало 0.98. Обратите внимание.
Вот они 0.44. Транзакция. Почему 0.44? Сейчас я вам покажу. Кликаю вывод. Тому как надо набирать больше. Вот. У них комиссия. Одна монета. Комиссия. 1 USDT. Вычитается из суммы вывода. Так что имейте в виду. Вот. Время вывода 24 часа в сутки. Так. И 3 бесплатных вывода каждое вознаграждение за получение. Я вам показывала 3 вывода. Я вот делала по 18 центов. То, что они показывают, то, что проект платит минимальный вывод 0.1 USDT. Так. Ну и комиссия за обработку 1 монета. Ребятки, так что нужно набирать больше, естественно, чтобы заработать. Вот такой вот проект. Но зато работает год. У меня будет вот обратный отсчет контракта. Видите? Отсчет времени как бы. Дни, часы. Ну, как-то так. Вот здесь меню. Ну, я вот этим меню пользуюсь. И здесь можно. Кому как удобно. Вот также WhatsApp. А это поделиться на WhatsApp. А перейти в чат. Видите? Я открывать не буду. И далее Telegram. Вот. Духи. Вот. Ну это по вопросам-ответам. Если возникнет поддержка. Не забываем о рисках. Любые инвестиции в интернет всегда связан с риском. Я рискую своими монетами, ну а вы же думайте сами. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!